Добросовестный первокурсник всегда любознателен. А что в этой гранитной крошке происходит? Там какие-то мелкие частицы оседают или оседают какие-то капельки или что? Вот этот момент непонятен. Фестиваль «Вместе ярче» проходит в Череповце уже 4-й год. Каждую осень муниципальные предприятия города открывают двери для школьников и студентов. Сегодня студенты кафедры теплоэнергетики пришли на водоканал. Сотрудники предприятия студентам рады, так как хотят увлечь своей работой и в дальнейшем привлечь к себе молодых специалистов. Студенты увидели комплекс водоочистных сооружений и узнали, зачем на предприятии создают резервные источники электроснабжения, а также какой путь проходит вода, прежде чем попасть в дома череповчан. То, как происходит очистка воды, двухэтапная. То, что водоочистное сооружение использует собственное электропотребление для уменьшения затрат. Для меня это было интересно, как для будущего теплоэнергетика. В Череповце современная двухступенчатая система водоочистки. Речная вода подается на водоочистную станцию, затем на первую ступень очистки, в которой происходит ее обесцвечивание и осветление. Затем на установке ультрафиолетового обеззараживания, а после них на вторую ступень очистки. Там удаляются все остаточные загрязнения, и уже чистая вода поступает в специальные емкости, откуда по трубам в дома череповчан. На территории очистных сооружений работает центр исследования воды. Там контролируют качество воды на всех этапах очистки. Контроль ведется по более чем 60 показателям. Дети должны знать, каким образом у нас происходит очистка воды. Ресурсы необходимо экономить и как-то бережно относиться к расходу даже той же питьевой воды. Фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче» проходит по всей стране. В его рамках проводят математические викторины, уроки по экологии и тематические квесты. Миссия фестиваля – приобщить школьников и студентов к бережному отношению к природным энергоресурсам. Благодаря тому, что школьники и студенты в интерактивном режиме могут ознакомиться с работой предприятий, действующих предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, они могут для себя уже определиться и с профориентацией, на кого им идти учиться, и использовать эти знания в дальнейшем в жизни. То, что касается энергоэффективности предприятий, экономии электроэнергии, воды, тепла и так далее, ребята могут увидеть в ходе экскурсий, которые организовывали эти предприятия на своей площадке. То есть увидеть своими глазами, как это все работает в жизни. Череповец уже не первый год пытается задержать грамотных, амбициозных молодых людей в городе. Фестиваль «Вместе ярче» был придуман как раз с этой целью. Если молодой человек поймет, что в Череповце есть где работать, и эта работа интересна, и предприятие использует современные технологии, то он, возможно, захочет связать свою будущую жизнь с родным городом. Кирилл Смирнов и Егор Плюснин. Новости.